Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в игру Коридор З. Ну что же, давайте приступим, надо нам определиться с вами с миссией, у нас их тут две осталось. Ну давай, наверное, вот эту вот возьмем и попробуем. День четвертый, миссия 3. Так, ну что, побежали? Да-да-да-да-да. Бегут охламоны. Ну, мы будем им, как всегда, мешать. Взорвитесь, гаденыши. Отлично. И будем одновременно сбрасывать всякие тут на них ящики, бочки, все, что нам попадется под руку, чтобы от них оторваться. Иначе они очень быстро нас будут догонять. Поворачиваем. Отлично, здесь все хорошо у нас прошло. Все, пистолет у нас закончился, ребята. Поэтому будем справляться своими силами. Вот так вот, отлично. Все равно гаденыши догонят, причем довольно быстро, вы посмотрите. Так, поднимаем. А, не успел, ребята, поднять пистолет. Эй, гады, прям на хвосте уже сидят у меня. Поворот, давай поворачивай быстрее, молодец. Все, вписался, еще один поворотик. Отлично. Нате, выкусите, гады. Горите. Давайте все на них будем сбрасывать. Так, получил я 50 золотых слитков. Отлично, шотган мой. Вау, козырно. Так, не догоните меня, не догоните. Зря я, конечно, их добил. Они могли бы там неплохо и взорваться, по идее. Так, что тут у нас такое? Ага, взяли бандаж какой-то. Тихо. Не надо буянить, ребята, не надо. Дайте мне от вас оторваться, а. Что-то довольно быстро, так. Опа. Взяли мы с вами листик какой-то. Ну, очередную записку. Пистолет мой. Иху! Козырно. Так, сколько я уже? 640 метров пробежал, ребята. Так, отлично, отрываемся от них. Ёлки-палки, посмотрите, все ближе и ближе ко мне. Сейчас хватит, такое, знаешь, ощущение. Какие рожи, блин, противные, а. Нормуль. Да как же вы быстро-то появляетесь, а? Да что ж с вами делать-то? Ой, ё-моё, я, ребята, попутал. Вместо того, чтобы повернуть, я нажал на прыжок. Бывает же такое, а. Да, и тем не менее, мы почему-то с вами не прошли ничего. Давайте глянем эту записку, чтобы она нам глаза не мозолила в будущем. Да, все понятно. Так. Блин, а где у нас этот-то, я не пойму, возвращение. Давайте сюда нажмем. Ух, ладно. Значит, слоганом у нас не прокатило. Давайте, наверное, попробуем. Нет. Вот с ним, с Уильямсом. Может быть, у него сработает. И возьмем вот эту вот миссию с вами. Опять же, я помню, в прошлой серии проходил, так и не понял, что нужно здесь сделать. Но будем пытаться. Так, у нас дробовик, это хорошо. Подавитесь, гады. Еще подавитесь. Так, 50 взял голды. Ну? Чего вы там, сосунки, отстали-то? Так, поворачиваем, ребят, поворачиваем. Уху! Так, ай-яй-яй, не успел, ребята, подобрать. Что-то там валялось. Ну ладно, фиг с ним. Потом как-нибудь доберем. Сейчас наша суть оторваться от зомбарей и пробежать как можно больше расстояния. Опять же, я не могу понять, что нужно сделать. Видите, шкала у меня прогресса не увеличивается. Стоит на месте мертвым грузом. Странно все это очень. Ладно, будем бежать до последнего, пока нас не зажмут или там не схватят. Опа, 50 голды моих. Хедшот тройной причем был, ребят. Оу, щет. Сейчас бы продинамил бы, ребята, поворот с этим прыжком. Ну, бывает иногда, что путаешься. Оу, вот что значит заговорился. Блин, вот это да. Все равно не могу понять, что нужно сделать. Так, убить 5 зомби из пистолета. Вот оно что, 5 зомби из пистолета? Хм. Хорошо, будем пробовать. У меня как раз пистолет, жалко в нем, конечно, 16 патронов. Но должно хватить, по идее. Так, 50 голды взяли, отлично. Блин, мне бы вот, я не знаю, дают ли какую-то прибавку наши новые костюмы, которые там есть, к скорости бега. По защите понятно, что ничего не дадут. Но вот по бегу, может быть. Надо будет попробовать, кстати. Так, слышу. Подобрал, успел, отлично.
Вот, ребята, нужно, блин, в голову им стрелять. Вот в чем вся соль. Так, я так понимаю, еще один выстрел мне осталось сделать им. Но у меня пистолета, к сожалению, нету. И это очень плохо. Без пистолета я не смогу пройти миссию-то эту. Именно нужен пистолет, даже не шотган. А мне дают шотган, ё-моё. Черт подери, 400 метров уже позади. Слушайте, ну он довольно неплох, неплох этот солдатик Уильямс. Так, что... Ай, не успел, ребята, там, по-моему, как раз у нас был пистолет лежал. Черт подери, ну, придется тогда уже так бежать. С шотганом наперевес. И отстреливаться от этих гадов. У меня всего один патрон остался. Надеюсь, будет какой-то от этого толк. Поворачиваем. Шикарно. Все, я вообще без оружия, ребята. Без оружия. Я бегу по коридорам от кучи зомби, который просто кишит ими. Ну, ах, отлично, ребята. Оу, шикандос. Ух. Это самое главное, что мы прошли эту миссию. Черт подери. Я прям могу различить их не физиономии, когда они подбегают слишком близко. Ну, где? Опа, мы переходим с вами на второй уровень. Кто здесь? Оу, не, только не эти, только не баскетболисты, зомби. Слушайте, вот смотрите, они довольно быстрее бегут, чем те предыдущие. И мне практически нужно... Ох, ничего себе, они даже не взрываются, ребята, вы посмотрите. И как вы прикажете с ними бороться? А? Гады настигают, уроды! Отвалить от меня! Блин, не успел, ребят, не успел. Зачем мне нужен был этот пистолет? Ядрени фени. Поворачиваем. Так, 7 патронов есть, ладно, хорошо. Блин, вы посмотрите, они очень сильно защищены. Их так просто не прострелить. Они уже практически... Вот он. Все, ребят. Ну, невозможно было здесь ничего сделать. В любом бы случае, они бы меня схватили бы. Ох, черт подери. Но, тем не менее, мы с вами далеко ушли. И прошли мы эту миссию, наконец-то. У нас осталась всего лишь одна невыполненная миссия. И мы с вами перейдем уже на следующий день. Выживание, да понятно все. Я эти листочки, ребят, смотрю чисто для того, чтобы они были отмеченными. А то будет опять эти восклицательные знаки стоять. Так, нет, спасибо, да, ребята? Тут нам не нужно... у нас уже один ингредиент есть. Хорошо, ладно, фиг с ним. Нужно еще два. И у нас последняя вот эта вот миссия. Что она означает? Я ума пока не приложу. Блин, хочу себе костюм. Но вот самый первый стоит 1000 баксов. 1000 золотых. Но я могу за соточку арендовать на одну миссию. Ладно, давайте мы посмотрим, что она нам дает и какое преимущество. Все, последняя миссия у нас в этом дне. Поехали. Ну, выглядим мы, честно говоря, как эти обалдуи. В этой бейсболке, в грязной майке кровавой. Да. Такой видос у нас не айс, конечно. В военном костюме мы выглядели более солиднее. Так, поворачиваем. Ну что, хламоны? Угу, не догнать вам меня никогда. Да, сейчас дорадуюсь, по-моему. Отлично. 3 патрона у меня, по крайней мере, есть. Если даже подбегут поближе ко мне, и я им сразу черепушки-то вскрою. Еще моментально. Так, прыгаем. Еще прыжок. Отлично, давайте бросать это все им под ноги, блин. Главное отрываться от них. Нельзя к себе подпускать. Ну, максимум на расстояние выстрела. Но опять же, как вы видели, не всех зомбарей с первого раза можно убить. Черт подери. Поворачиваем. Такие противные, да, смотрите. Эй, гаденыши, твареныши. Я не знаю, как еще их обозвать. Давайте, блин, спотыкайтесь. Не, было бы прикольно, если бы я, да, бросал вот этот вот препятствие им по ногу. Они бы там спотыкались бы, давили друг друга. И, конечно, хотелось бы, чтобы эта толпучка все-таки когда-нибудь заканчивалась. Но я так понимаю, она вечная, бесконечная. Сколько бы я ни срался. Интересно, здесь есть вообще? Хотя, да, мы же с вами проживаем определенные дни. Значит, должен быть здесь какой-то финал, развязка. Также вы не забывайте, что... Опа! Что у нас здесь... Так, слышу. Подобрал еще одну записку. Что у нас здесь еще 5 заставок будет, конечно. То бишь 5 видеороликов. У меня открыто только интро. Это самое первое. Так. Черт. Чуть было не попал, а, с этим прыжком. Давай под ноги.
Так что заставки должны быть тут разные. И причем наверняка закаживают персонажа. Хе-хе. Так, смотрите-ка, довольно быстро мы с вами. На 800 метрах мы переходим на вторую главу. Музыка сразу меняется, блин. Ё-моё. Черт бы их побрал, этих укрепленных зомбарей. Оп, да и ствол взял. Ёлки-палки. Он, конечно, очень слабенький. Посмотрите, сколько я в них стреляю, и хоть бы один бы упал. Нет, нифига. О! Да нифига, даже дробашек не берет. Ё-моё, блин. Собаки хреновые. Да. Так, смотрите-ка, мы что-то с вами сделали. Одного как бы убили, получается, да? Да, я все понял, даже, может, там не лопотать. Значит, все-таки связано это с убийством зомби. Только, видимо, нужно стрелять им в голову, ребята. Давайте мы возьмем с вами Логана. У него, смотрите, кстати, жизни все восстановились. Так, миссия у нас одна осталась. Да, попробуем сыграть за него. Мы должны рано или поздно пройти. Надо переходить уже на следующий день выживания, получать какие-нибудь новые штучки, дрючки, перки и так далее и тому подобное. Я хотел, конечно, еще новый вид оружия себе получить. Так, отрываемся от них. Поворот, поворот, ребята. Так, деньги. 50 получили, замечательно. Да хрен там вы меня догоните, упыри. Если бы не эти препятствия всякие, да? Если бы я очень много чего не путал бы здесь, мы бы уже давным-давно бы с вами, наверное, убежали бы хрен знает куда. А так все бегаем, бегаем. Знаешь, как в лабиринте. Хрен его знает, где здесь найдем мы выход. Так, отлично, поворачиваем. Интересно, где мы вообще с вами бегаем? По какому-то складу? Получается так. Вот, вот оно что, ребята, требовалось. Нужно попадать им в голову, то бишь хедшоты делать надо. Но у меня нет оружия, поэтому не сможем мы, наверное, с вами здесь сделать ничего. Хотя есть вероятность, что мы сможем найти его где-нибудь здесь валяться будет, если... Так, поддонки не отстают. Оу, щет, почему мне все время... Так, опа-на, шотган. Блин. Так, записка. Оу, записка, вот тебе и записка, отвлекся, называется. На чертову записку. И ну вот, уже 7 убийств нам осталось. То бишь 7 зомбарей подбить. Нужно делать хедшоты. По крайней мере, мы теперь знаем, что от нас требуется. Так, ладушки, погнали тогда сразу. Как говорится, на горяченькую, пока мы еще не остыли. Сейчас будем это все дело исправлять. Но че вы там, Охламоныч? Так, свит. Ну-ка, прыгаем. Здесь нормально все, опрокидываем. Хотя, с другой стороны, мне даже выгоднее было бы, ребята, их... Опа, ай, запись. Вместо того, чтобы, блин, подобрать прыжок. Путаешься, да, ребята, ничего не скажешь. Тут очень, как бы, нужно иметь офигенную реакцию, на все быстро реагировать. И желательно вообще молчать, наверное. А не бубнить в эфире. Так. Потому что это очень сильно отвлекает, если честно. Но молчать я тоже не могу, потому что нужно как бы... разряжать эту обстановочку. И надо болтать. Так, 50 голды взяли, замечательно. Прыжочек. Поворачиваем, отлично. Я говорю, с одной стороны, мне бы даже выгоднее было бы их позволить подбежать к себе поближе. Из дробовика бы шмальнул бы, наверное, сразу троечку бы снес бы. И нам бы с каждым разом бы все меньше и меньше пришлось бы колбасить зомбарей этих. Но в то же время это и опасно. Потому что если мы провороним... Так, тихо. А, отлично, подобрал я все-таки эту страничку. О, нифига, ребята, нужно, видимо, только из пистолетов по ним шмалять, чтобы нам засчитывали. Сейчас дробовика я троечку подбил, никакого эффекта абсолютно не было. Опа, опять шотган, ну что же ты будешь делать? Когда нужен пистолет, да, дают шотган. Когда нужен шотган, нам дают пистолет. Что за несправедливость такая? Ребята, мы приближаемся к 800 метрам, сейчас мы перейдем в другую зону. Где будут эти баскетболисты или регбисты, кто они там? Да, не регби, американский футбол. Бейсболисты, так, отлично. Вот они, твари. Бегут, блин. Видимо, их покусали в раздевалке, раз они зомбарями стали. И пофиг им, да, что
что мину они пересекли. Я даже не представляю, ребята, если мы с вами перейдем на третью локацию, какие там будут зомбари. Воу-воу-воу! Щет! Даже километра не пробежал, а? Не дали просто-напросто. Задушили, задавили своей масухой. Оу. Все, шестерых осталось подбить. Фу, да. Тяжелое это бремя переходить и выживать каждый день. Так, ладно. С миссией все понятно. У нас одна миссия здесь. Это убить зомби. Кстати, а там, по-моему, если не ошибаюсь, ребят, я краем глаза увидел новый перк, который нам дает увеличенную скорость. Так что не все потеряно, но это будет фиг знает на каком деньке. И также не забудьте, что когда мы перейдем с вами на седьмой день, там будет что-то новенькое открыто. Что-то новое испытание. Поэтому в наших интересах побыстрее до туда добраться. Так, блин, я опять начинаю тупить помаленьку. Вместо того, чтобы поворачивать, я начинаю прыгать, блин. Вместо того, чтобы прыгать, я начинаю наклоняться. Фигня какая-то. Никакой концентрации, ребятушка. Никакой, абсолютно. Да как тут можно сконцентрироваться, когда тут и говоришь, и ждешь вот эти вот бочки по бокам. Вот они, ящики, коробки. Так, поворачиваем. Чуть было не на ту кнопку нажал, а? Так, не успел, ребята, взять. Эй, все ближе и ближе. Отталкиваем их назад, гаденыши этих. Вот так вот. Все, один заряд у меня остался, ребята. Ух, отлично. Так, мы с вами еще что-то подобрали, видимо, для аптечки. Какой-то ингредиент. Да отвалите вы от меня, блин, а. Оу, пистолет, вот, то, что нужно мне. Хе-хе-хе, хедшот. Так, страничка. Подобрали, молодцы. Вот так-то вот. Все, я так понимаю. Во! Есть, ребята. Ну и фиг, что нас сожрали. Главное, мы выполнили эту миссию. Ух, так и так бы я там далеко бы не убежал. Все. Отлично. И мы с вами должны перейти, по идее, на следующий день. На пятый, да? Ротации соточку получили. И записки. Ну, записки мы сейчас с вами по-быстренькому пролистаем. Да, все, больше нету ничего. Да, вот оно, долгожданный четвертый день выживания. Ух ты, мы получили с вами медицинскую аптечку. Хо-хоу, о которой я так долго грезил. Так, у Меган еще полностью ХП. А, у Вильяма только одна полосочка. Ладно, будем тогда играть за нее. Ё-моё, так, 200 метров пробежать, да? Фи! Всего-то лишь пробежать 200 метров. Ребят, конечно же, я буду это делать. 5 дней нам нужно открыть, чтобы мы смогли открыть новые какие-то... новую обойму или еще что-то в этом роде. Так, бежим. Или увеличенную обойму. Ну, что-то в этом роде. Связано с оружием, короче. Так, давай прокидываем. 200 метров, да, значит, нужно пробежать? Хорошо. Так, что-то не ладится у нас. Ну-ну-ну-ну-ну. Совсем-совсем немножечко осталось. Смотрите, у меня копится. И опять почему-то сбрасывается. Что за фигня-то? Я не понял. Что за бред? Посмотрите, у меня начинает копиться и сразу же сбрасывается. Хе. Так, ладно. Блин, мне нужен ствол, ребята. Эти гады догоняют. Ну, отлично, пистолет я. Да что ж за бред-то такой, ребят? У меня только копится прогресс и сразу же сбивается. Я не пойму, что здесь нужно сделать. Так, 50 голды взяли. Ладно, хрен с ним. Пистолет кончился, блин, заворачиваем. Почти 500 метров, ребята, мы с вами прочесали уже. Так, подбираем пистолетик, отлично. Хе-хе, хедшоты. Записка. Вовремя наклонились. Так, сколько же этих записок? Блин, я говорю, ребят, еще бы русский язык бы, чтобы читать. Нам бы там стопудово рассказывается история, как, что здесь произошло. Было бы неплохо бы ее узнать, конечно. Так, вот так. Ух ты, таблеточки какие-то подобрали. Мы с вами подобрали таблетки. О-о-о-о-о-о-о, настигают. Так, шотган, шикандос. Ну что, побегайте, гады. Сейчас всех тут раскрошу, блин. Во время прыжка нажал на стрельбу. Так получилось нелепо. Но тем не менее одолел. Опа-на, все, ребята. Кто у нас тут?
чмошники, блин. Ну что я тут сделаю с одним зарядом, ребята? Абсолютно ничего. Догоняют, гады! Смотри, смотри, смотри. Вообще рьяно. Ух. Я даже бы не успел схватить пистолет, который там лежал. Все-таки я не могу понять, что мне здесь нужно сделать. Так. Ах, елки-палки. Вот оно что. Долшут, не стреляя, пробежать 200 метров. Ё-моё, вот в чем вся загвоздка. Хорошо. Блин, вот что значит невнимательно читать задание. Так, что у нас тут? Три выстрела в голову нужно сделать. Тут 15 выстрелов. Так, ладно, хорошо, давайте мы все-таки вот это с вами сделаем. 200 метров, значит, не стреляя пробежать надо. Ладно, давайте. В принципе, не все так сложно. Надо их только вот так задерживать немножко. Знаете, подавитесь ящиками. Еще. Успел я взять, ребята, 50 голды. Так, ну что, 100 метров уже позади. Сейчас мы это все с вами выполним. Главное не тупануть и не врезаться куда-нибудь, а? Ну, давай, еще чуть-чуть осталось. Ну-ну-ну-ну. Бинго, ребята, мы эту миссию выполнили. Теперь можно и пострелять по этим козлам. Ну-ну-ну, куда? Главное, только одних убиваешь, да, сразу еще следующая волна идет. Поворачиваем здесь обязательно. Так, нате вам препятствий целую кучу. Так, здесь, поворачиваем, ребят. Блин, я все время путаю, да, смотрите, на прыжок. Потому что зеленый свет падает от этого указателя. И мне такое ощущение, что наверху эти, ну, вот эти вот шахты. Я просто из-за этого путаюсь. Вот так. Получилось у нас все хорошо. Не догоните вы, гады. Да, ребят, прикольный, конечно, раннер. Мне очень нравится лично, не знаю, как вам всем. Кому-то, может быть, покажется, что скучно, однообразно, но в то же время мне вот почему-то нравится. И именно раннер у нас идет. Не... У нас обычно как? Тихо-тихо. Вот так, отлично. У нас обычно бежим наоборот вперед, а здесь на себя. Так, записка. Подобрали. Поэтому как бы здесь есть какое-то хоть отличие от многих раннеров. Так, поворачиваем, ребята. Ё-моё, 800 метров, ребята, уже сейчас будут новые... Зомбари, ну не новые зомбари, а эти бейсболисты. Все, отлично. Я еще на дорожку выстрелил. Ох ты, это что за хрень? Это кто такой? Ядрёно вождь. А, у него, вон, смотрите, у него даже жизни есть. Черт, нифига тут ублюдок. Блин, мне бы оружие какое-нибудь. Опа, шотган, отлично. О, догоняй. Нет. Ох, чмо вонючее. Просто, блин, схватил и раздолбил там. Ой, бедная Меган. Ладно. Нифига себе, а с какого перепуга-то он здесь появился-то? Давайте-ка мы почитаем эту записку. Тры-пыры, тролливали, все понятно. Так. И записка номер 13. Профессор и Спайк, какой-то там чувак. Так, значит, у Меган осталась одна хпшка. Так, детор. Что у нас тут? Опрокинуть 5 вещей во время бега? Я так понимаю? Да, мое знание английского практически нулевое, поэтому, ребята, интуитивно все допетриваю. Нет, к сожалению, по-моему, не в этом заключалась соль. А что ж тогда нужно сделать 5 раз-то, а? Слушай, может быть, 5 раз надо повернуть? Я имею в виду в поворот вписаться? Сейчас проверим. Потому что, как видите, с вещами этот фокус не катит. Да, ребята, смотрите, я повернул, и у меня прогресс пошел. Хорошо, так, значит, нужно еще где-то раза 3 повернуть. Думаю, мы это сейчас с вами сделаем. Что ж, довольно легкая должна быть миссия. Так, нормуль. Еще нужен поворот, так. Оу, еще таблетки мы взяли с вами, ребята. Скоро мы с вами этих аптечек будем наклепывать только шорох. И последний поворот у нас остался. Сейчас мы обязательно его найдем. Добежим до него. Так, 50 голды, шикарно. Так, бросаем все, что нам попадается. И обрушиваем, и бросаем.
Есть! Миссия пройдена. Меган такая, yes! И я такой, есть! Так, записка. Ух, шикандос. Успели и записку взять, и подбить этих голодранцев. Не, можно было бы, конечно, сейчас бы прямо сдаться. Ну, остановиться там. Не прекращать бежать там. Точнее, что я гнесу, блин? Прекращать бросать на них эти бочки и ящики, и тогда бы они меня догнали бы. Но будем до последнего. Я не знаю, правда, идут ли нам за это дополнительные очки и золото, за то, что мы пробегаем с вами как можно больше расстояния. Но для меня лишней этой тренировкой не будет. Так, 50 голды, видите, 50 голды нашел. А 50 голды это хорошо. Так, 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 ребята, сейчас должен быть новый коридор. Вот он. И кто здесь? Блин, опять этот утварь, ё-моё. Блин, а что будет, если мы его победим, а? И как его победить? А, мины, он на минах, да? Причем мины его... Оу, шикарно, ребята. Так, мины его довольно неплохо колбасят. Да уйди ты от меня, а! Есть, мы его подбили. Оу! И тут же сразу начинаются обычные зомбари. Да какого ты, посмотри, как они быстро бежали. Да ну нафиг, это нереал какой-то. Вообще нереально. Просто прикиньте, с какой скоростью они меня догнали. Жесть какая-то. Так, смотрите-ка, мы получили с вами очки за то, что убили босса и 500 ротаций. Я, правда, честно говоря, не понимаю, что такое ротация, для чего она нам нужна. По-моему, мы ее никуда не можем потратить. Так, что у нас еще? Два задания осталось. 15 выстрелов, да, во время бега. И тут 3 хедшота нужно сделать из шотгана. Вот оно что, значит, да. Значит, там мы из пистолета должны были, а теперь из шотгана. Ух, ладно, давайте с вами попробуем это исполнить. Блин, ну у шотгана такой разброс офигенный, так что не знаю, как тут нужно именно в черепушки в их маленькие попадать. Нужно позволить тогда им подбежать ко мне, что ли, поближе, если только так. Ну чё вы, твари? Не нравится вам, да, когда под ноги бросают мусор всякий? Так, 50 голды взяли. Ребят, это хорошо, что мы вот бежим, да, и впереди нас нет никаких препятствий. Я имею в виду, а представляете, если мы бежали, еще какие-то там куча появлялись, которые нужно было бы... Ох, ё-моё, заговорился. Через которые нужно было бы прыгать или, например, наоборот, ну, как бы проезжать на сраке на своей, чтобы нас не сбило. Ладно, ничего у нас в этом уровне не получилось. Давайте-ка мы с вами попробуем еще разок. Давайте вот это, может быть, а? 15 выстрелов нужно сделать в общей сложности. То есть это не имеет значения из чего, так ведь? Хорошо, давайте проверим сейчас с вами эту теорию мою. Поворачиваем. Да, ребята, не важно из чего, главное сделать 15 выстрелов. Хорошо, 4 гарантированных у меня есть. Так, еще 2. Мне бы... Опа! Ай, ё-моё, я думал, пистолет нашли. Нифига. Мы нашли с вами опять какие-то таблетки очередные. Ну дайте мне оружие-то, ё-моё. Где стволы, а? Ну, должен же быть сейчас где-то. Во, отлично, пистолет. То, что нужно. А, так тут вообще просто выстрелы сделать. Даже не важно, попадаю я или нет. Ну, так это вообще замечательно. Все, ребята, миссия выполнена это. Ладно, давайте будем бежать до тех пор, пока нас не схватят. Ребята, кому не хочется вот это смотреть, вы можете, ребята, промотать сразу же. Где я уже закончу, где меня поймают в конечном итоге эти зомбари. Чтобы, как говорится, вас не утомляло это все дело. Ай-яй-яй-яй, недолго пришлось ждать, конечно, как меня поймали. Ладно. Тут, кстати, еще вы видели, да? За 50 долларов я могу продолжить с этой точки. Но для этого нужно нам очень много денег. То бишь, мы можем накопить очень много денег и практически делать свой прогресс бесконечным. Нас ловят, мы опять воскрешаемся и так далее. Ну что, я смотрю, у Меган у нас есть немножко жизни. Значит, 3 выстрела в голову. Надо выполнить и переходить уже на следующий день выживания, ребята. Так...
Я надеюсь, это тоже из любого вида оружия. Не только же из пистолета. Хотя у нас там было написано, по-моему, именно из дробовика. Три раза из дробаша попасть в голову, сделать хедшот. Хорошо, если я прав, то у нас должно получиться. Взорвались упыри. Но опять же, для этого нужно, чтобы они как можно ближе ко мне подбежали. Это с одной стороны хорошо, с другой стороны очень плохо, потому что они могут схватить меня. Чуть-чуть я где-нибудь замешкаюсь, и все, и будут кранты полные. Какие же безобразные они, а. Там еще, я смотрю, и женщина какая-то, женщина-зомби, которая по серединке бежала. Потому что она отличается тем, что она бежит в платье, а эти-то вон в джинсах. Так, ну что, пора, наверное, вот так. Оу, щет! Я немножко, ребята, опять отвлекся, блин, смотря на линию прогресса, которая нифига не изменилась, и про поворот-то совсем забыл. Да, память моя затуманена стала. Что у нас тут? Оу. Так, а мы можем, кстати, с вами что-то улучшить. Я вот, например, предлагаю дробовик. Так, угу, дамаг возрос, все, 1200 нужно. Так, ну зато мы можем еще купить что-то. Смотрите-ка, за 1000 мы можем приобрести новый костюм. И я думаю, что это будет у нас Логан. Вот в этой вот майке. Довольно прикольная маечка у него, да? Ну, этот костюм как-то мне не особо нравится. А вот футболочка вот эта прикольная. Все, он у нас теперь будет в новой одежке бегать, ребята. Причем это уже навсегда, это мы не арендуем. Так, энергии у него 2 штуки. Давайте, наверное, мы им пока и поиграем. Блин, на картинке она была черная, здесь она почему-то серая. Несправедливо. Так, и у нас уже на дробовике 7 патронов, ребята. Это уже не 4 патрончика, 7. И это хорошо. Повышается шанс того, что мы с вами сможем пройти эту миссию. Так, давай, гады, гады, гады. Нравится мне, когда он в этот поворот писает. Ай, успел, успел, ребята, взять бандаж. То бишь, это у нас повязка получается. Так. На, не вышло ни хренашечки. Ладно, еще 5 зарядов есть. Блин, всего лишь 3 выстрела сделать, а, ребята. 3 выстрела, блин, в голову, и все. Это миссия у нас пройдена. Догоняет, догоняет, падлы. Так, нифига. Смотрите, нифига не вышло у нас почему-то, а. В чем проблема? Опять что-то неправильно я делаю? А, может быть, я неправильно для себя сделал вывод? Ну-ка. Странно. Все, дробаша у меня больше нету. Так, записка. Отлично. Свит, свит, отлично все у нас с тобой, Логан. Так, дробовик. Блин, ни хрена не получается. Вот тогда, ребята, 5 патронов. Угу. Может быть, еще поближе их подпустить к себе, а? Не получилось, они взорвались. Не выходит у меня ни шиша, ребята. Какой-то бесполезняк. О, есть! Вот оно, что надо было. Надо было их чуть-чуть поближе, вот. Хедшот — это когда у них голову просто разрывают. Оу, нет. Я совсем забыл про этого урода. Кто он вообще такой, а? Какой-то повар, не повар. Да это не важно. Давайте мы его попробуем убить. Чё, музыка такая накаленная, блин. Опа, отлично, дробовик. Мы довольно быстро его разобрали. Мне даже это очень сильно понравилось. Но самое главное, что мы с вами прошли миссию, и мы перейдем обязательно с вами в другой день выживания. Я надеюсь, нам что-нибудь там вкусненького подкинут. Плюшки. Так, отлично. Поворачиваем. Так, что здесь у нас? Дробовик. То, что надо. Сейчас я почему-то их сношу только в путь, да? А, мы же с вами апгрейдили дробовик. Вот поэтому у нас, видимо, дамаг увеличился, и они сейчас уже падают. Раньше надо было по 2 раза выстрелить, а сейчас и 1 раза достаточно, чтобы они там валялись. У нас, кстати, ребята, идем на рекорд. 1300 метров.
Это впервые у меня такое. Так. Давай. Интересно, 1,5 километра смогу пробежать или нет, а? Так, 400 уже есть. Ну. Может быть, с 2000 километров... Ой, с 2 километров начинается новая миссия. Точнее, новый зомби. Есть, ребята, 1,5 километра я пробежал. Но они, по-моему, все быстрее и быстрее начинают двигаться. Или мне так кажется? Нет, по-моему, все-таки они очень-очень быстро двигаются. Смотрите. Ух ты. Кто здесь у нас? Да ладно, хорош, опять вы. Ну, пипец, ребята, здесь они меня сейчас заходят. Вы посмотрите, как они приближаются ко мне. С какой очуменной скоростью просто. Тут уже, наверное, меня ничего не спасет. Ё-моё, давай, чуть-чуть. Кстати, ребята, это целая команда, и у нее тоже есть ХП. Посмотрите, их можно, значит, убить, уничтожить. Все, что ли? Да, ребята, я прошел этих зомбарей, и опять у нас эти старые древние зомби за мной бегут. Блин, не успел. Сколько? 3 патрона у меня всего осталось. То есть, если... Ну, давай до 2000 попробуем. 2 километра рекорд сможем сделать, нет? Очень хочу посмотреть, что будет. Так. Все, последний патрон, ребята, у меня последний. Эх, все, больше ничего нет. Воу, тихо. Да ну тут. Но зато 2 километра мы пробежали все-таки. О, это новый рекорд должен быть у меня. Сейчас мы посмотрим, покажут ли у нас по статистике что-нибудь. Да, ребята, новый лучший рекорд. Ух ты, мне еще дали коллекции за убийство 2 боссов. Так, очередная записочка профессора Эванса. Ух. И мы с вами переходим на 5-й день выживания, ребята. Ух. Новый перк открыт. И у нас здесь увеличенный боеприпас. По-моему, так, если я правильно понял. Ладно, ребята, у нас у Логана 1 хпшка. Тут у нас новые задания. Давайте посмотрим, что здесь. Так, эвейзин. Так, 100 метров пробежать, чего там? А, 100 метров пробежать. Не пойму, заюзов или не заюзов объекты. Так, получить 300 ротаций. Интересно, каким макаром я буду 300 ротаций им зарабатывать, а? Оу, 50, конечно, мы покупаем с вами. И должен быть, по идее, увеличенный... Ох ты, 27 патронов у нас в стволе. Это довольно неплохо. Так, да, ребят, смотрите, я должен пробежать 100 метров, не использовав ни одной бочки, ни одного препятствия. Отлично. Все, прошли мы эту миссию довольно легко и просто. А вот с ротацией меня, честно говоря, немножко напрягает. За что мы вообще получаем, в принципе, ротацию, а? За лучшее прохождение или за что? О, еще таблеток взяли. Дай. Сдохните, правильно ты говоришь, Логан? Сдохните, твари. Так, прыжок очередной. Вот так вот все им под ноги. Слушай, ну довольно неплохо мы сегодня с вами попроходили, да? Считай, 2 дня, грубо говоря, мы прожили. Так, это у нас 5-й день, да? 6-й, 7-й. На 7-м дне у нас откроются новые какие-то виды чего-то там. Новая система выживания. Короче, не знаю, что там будет, но что-то новенькое там откроется. Это однозначно. Так. Шикарно. Блин, у нас и дробовик тоже, кстати, усилился. И усилился, и в плане того, что в нем уже патронов намного больше. Вообще изумительно, великолепно. Блин, мне эта игруха очень нравится. Нравится мне. Я раннеры не особо люблю. Ну так, периодически поиграть можно. Но вот это вот довольно хорош. Хорош, ничего не скажешь. Хотя, наверное, и старенький. Вот, отлично. Так, поворачиваем. Ребята, приближаемся к отметке в 800 метров. А это означает, что... Что опять будет или баскетбольная... Ай, Почему в наше время в голове баскетбольная команда? Бейсбольная, конечно же, команда. Или же опять этот... монстр-зомби, хотя мы с вами перешли уже на следующий день, может быть даже кто-то другой там появится. Не знаю, проверим. Все, осталось чуть-чуть. Давай, все. Отметка. Хобана, кто? Босс, ё-моё, а? Ты посмотри на этого говнюка. Ну ладно, мы должны от него оторваться. Блин, посмотреть было вблизи, что он на себя представляет. Такой чмошник жидкий, бежит за мной, блин. Не нравится ему, смотрите. О, готов. Мырёныш. И опять у нас старо-древние зомби за нами бегут. Ладно. 14 патронов у нас еще есть. Это очень хорошо.
Так, записка. Опа, подобрали, отличненько. Да. Ну и нахлобучили они меня, гаденыши, все-таки, в конце концов. Ну, это, в принципе, и ожидаемо. Так и должно было быть, рано или поздно. Вот мы получаем с вами еще 50 очков ротации. Записку, которую мы быстренько с вами пролистываем. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте, наверное, на этой ноте я буду завершать свой выпуск. 17-я записка. Вам всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующем выпуске. И надеюсь, получится все-таки дойти до 7-го дня. А там посмотрим, что у нас будет новенького. Ну а на этом все. Всем пока. До скорых новых видосиков. Если вам понравилось, то, пожалуйста, поставьте лайк. Все, ребятушки, увидимся в новых сериях.